регионах вместе и дистанции 100 метров. Это вообще супер спринтерская сцена. И очень интересно, поэтому... Ой, вы знаете, здесь местный экипаж и много моих друзей выступает, и людей, про которых я рассказывал часто на соревнованиях. Я вот, например, горжусь тем, что комментировал и в Сидне, и в Афинах победные заезды Биргит Фишер. И вообще, кстати, женская гребля в Германии, это совершенно особая стезя, мне кажется, как женский биатлон, потому что потрясающие девчонки, симпатичные, фигуристые, и это прекрасно. Я вообще очень большой поклонник женского спорта. Я очень рад, что канаистки получили возможность быть на Олимпийских играх. Здесь, конечно, гендерное равенство, оно мотивируется и весьма справедливо. Поэтому, если мужики в каноэ гребли здорово, то девчонки тоже взяли себе весло, встали на одно колено и гребут дальше. Поэтому мы в курочном оседке верим, что они выиграют для нас следующий раз.